Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале напоминает, что ко Дню знаний можно оформить выплаты для учащихся Самары. Единовременные выплаты родителям близнецов, двое и более детей, зачисленных в первый класс. Новая мера поддержки – ежемесячная выплата выпускникам педагогических классов, поступившим на очную форму обучения в региональные вузы и СУЗы в год окончания школы на педагогические специальности. Ежемесячная выплата студентам, обучающимся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Администрация Самарского района поздравляет всех учащихся с 1 сентября. Это время новых знаний, открытий и достижений. День знаний – особенный праздник, который всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Совместно с сенатором Российской Федерации Фаритом Мухаметшиным, депутатом Губернской думы Светланой Ильиной и начальником управления ГИБДД Главного управления МВД России по Самарской области Юрием Некрасовым районные власти поздравили учеников, родителей и учителей 3-й гимназии с этим прекрасным днем. И пожелали им успехов в новом учебном году, высоких результатов, достижений и интересных открытий, а также приняли участие в разговоре о главном. Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» напоминает, что на дворе первый день осени, а значит и начало нового театрального сезона. И публикует афиши театров, расположенных в областной столице. Самарская театральная сцена в сентябре порадует жителей и гостей города яркими премьерами. Балет «Барышня и хулиган» в Самарском академическом театре оперы и балета. Сентиментальная комедия «Бабочки свободны» и рок-фантазия «Вий» в театре «Мастерская». Подробно с репертуарами театров можно познакомиться на страничке телеграм-канала, там выложено афиши.